старинные ансамбли Ленинграда берегут память о замечательном зодчем Карле Росси, чтобы лучше представить все совершенное этим удивительным мастером. Вообразим на минуту Ленинград без его творений. Такой была до него Сенатская площадь. И вот вместо россыпи разноэтажных домов, гармонирующий с огромностью площади, единый фронт зданий Сената и Синода. Пространство перед Зимним дворцом выглядело пустырем в центре Петербурга. Великолепный комплекс генерального штаба, построенный по проекту Росси, сделал Дворцовую площадь одним из самых выразительных архитектурных ансамблей мира. Художник творил город дерзко, с размахом. Построить вместо этого деревянного театра новый? Мало. Росси преобразует все окружающее пространство. Смело рассекает старый город, планирует и строит новые кварталы. Так родился еще один ансамбль. Шедевр русской классики. Единым замыслом Росси связал целую систему улиц и площадей. Всего 15 лет работал в Петербурге Карл Росси. Но он сделал так много, что город на Неве немыслим без замечательных творений этого великого мастера архитектурных ансамблей.